Добрый день, друзья. Знаете, сейчас такое незапланированное видео, потому что абсолютно не планировал делать то, что сейчас буду делать. Вам не скажу, что. Единственное, спрошу вас, может, вы поймете и скажете сами, что я сейчас буду закладывать в инкубатор. Это не куриное яйцо, так что делайте свои ставки, господа. Что я вам хочу показать? У меня сейчас инкубатор, можно сказать, полный, но вот этот лоток, смотрите, яйцо сейчас покотится. Оп! Видите, как бы тут место немножко есть. Здесь индоутиное яйцо, утиное яйцо, там даже есть скорлупа от куриного яйца. Сейчас мы этот лоток достанем и будем его уплотнять. Чем мы его будем уплотнять, вы сейчас увидите. Это яйцо от неизвестной птички заморской с планеты Железяка, да? Ну вот так. Смотрите, тут яйцо, которое мне прислала Алексения. Тут яйцо это от кряколок и индоуток. И там есть немножко яйца за 18 число. Вот, кстати, одно яйцо подписано. Ну, я сейчас этот лоток достану, и мы посмотрим. Это яйцо от моих обнуленышей. Им 15 дней этому яйцу. То есть буквально завтра-послезавтра начнется наклев и будет вывод. Этому яйцу неделя сегодня, но... Там яйцо сухое, видите, разбитое. Это то, что мы просвечивали. Но как бы выбросить его не могу, потому что не подложить потом, как бы не хочу ничем утрамбовывать яйцо. Оно ровненько все лежит. Ну, вот так. Что я хочу вам еще показать здесь. Зря я сначала перевернул. У меня идет вывод. Ну, вы видите, да? У меня сейчас идет вывод моих брамочек, которые мне прислали в подарок. 20 яиц. 5 цыплят я вам вчера показывал. И вам говорил, что 3 яйца живых. Но то, которое проклюнулось первое, яйцо пропало. Ну, замерло. Не смог я ему помочь. А 2 яйца лежали. Они проклюнулись. Это те 2 яйца, которые я пробил маленькое отверстие в яйце, чтобы туда поступал кислород. Они лежали живые. Вот этот проклюнулся, а тот даже не проклюнул яйцо. Я просто расковырял его. А вот этому немножко вот так помог. Видно, что уже крови не было. И он хорошо вылупился. Пеленку заменил. В общем, хорошо. А тот, боюсь его еще доставать. Но мне кажется, что он тоже сейчас вылезет. На минуточку. Сегодня 23-е сутки. Вот так как-то тяжело выводится брамка. Но как-то я по-другому ничего не могу сделать. Я стараюсь им помочь. Но как получается. Ну, вот так. Сейчас вам покажу. Этого достал вот буквально только что. Все хорошо убралось. А второй вот так тоже. Видите, немножечко. Видите, здесь граммульчика крови. Поэтому я побоялся, что у него желток не убрался. Ну, вот такие дела. Все, достаем вот этот лоток. И будем его сейчас уплотнять. Вот такие вот дела. А ну, секундочку, секундочку. Вот так, это на стол. Секундочку. Тут у меня, как всегда, уже банка подготовлена, чтобы подпереть. Ну и будем сейчас закладывать яйцо. Вот оно, я думаю, вы уже видите, что это за яйцо. Угадывайте. Но скажу вам сразу, что такой птицы у меня точно никогда не было. Это от брамки несколько штучек наклюнули здесь, но я скорлупу вернул на место, потому что мне некуда было, ну, чтобы не подпирать яйцо. Ну, как есть, я вам показываю. Вот что хочу сказать. Вот это яйцо, скорее всего, пропало. Видите, потемнело. Да, это яйцо мертвое. Когда яйцо замирает, оно меняет цвет. Вот это яйцо точно пропало. По остальным яйцам ничего не могу сказать. Визуально все здоровы. Все, вот так уплотняем яйцо. Каким образом мы его уплотняем? Оно же не резиновое, да? Ставим его острым концом вниз, и тогда вмещается больше, чем яйца, когда оно
лежа, и тогда вместится. По поводу того яйца хочу вам рассказать. Звонит мне сосед и спрашивает, есть ли у меня какая-нибудь наседка, ну, чтобы подложить яйцо под, ну, под птичку, хоть утка, хоть курица, хоть гусыня. А у меня нету никого такого, что сидит, а там ничего нету. Это я сейчас задумался. Вот это же белая утка, она же вывела. Я ей боюсь ложить, она уже полтора насиживания просидела. Еще встанет посреди насиживания и бросит яйцо. Мне страшно. Я не буду его мыть, то яйцо. Поэтому, если вдруг через несколько дней я кого-нибудь встречу, которая придумает себе насиживать, я у нее все заберу, а то яйцо положу, потому что яйцо ценное. Так что будем смотреть и что-нибудь думать. Позвонил мне сосед и говорит, 10 яиц есть. А только что, ну, в общем, мы договорились, говорю, приезжай, у меня включен инкубатор, я его выключать пока не планирую, так что приезжай и что-нибудь придумаем, куда-нибудь примастим птичку, так что сейчас будем именно этим и заниматься. Вот так. Почему не вечером? Потому что принесли. Думаю, сейчас закладу и все. Вот так. Посмотрите, что за яйцо. Может, кто-то сразу и поймет. Давайте не буду передвигать, а просто вам покажу. Посмотрите, что за яйцо. Оно очень крупное. Оно прям крупнее индоутиного яйца. Но оно без крапинки. Как бы. И при том, вот это несли молодые птички. Потом они бросили кладку. Это рассказ соседа. И он нашел вот еще вот эти два яйца. А эти вообще громадные. Прям громадные. Красивые такие крупные яйца. И знаете, какая, как мы договорились, ну, даже не договорились, он мне сам сказал. Говорит, заклади в инкубатор, вылупится что-то, вылупится хорошо, ну, а не вылупится уже ж как есть. Ну, а то, что вылупится, поделим напополам. Я думаю, я не планировал себе такую птичку. Ну, ладно, поделим так поделим, да? Поделим так поделим, так что вот так. Сказать, будем стараться вывести хорошо, я не могу, потому что от меня ничего не зависит, сколько выведется, столько и выведется. Единственное, что нужно сделать, это подписать день сегодняшний, да, чтобы понимать, когда будет вывод. А еще, я не знаю, сколько они инкубируются. Я сейчас буду считать информацию, потому что, ну, этой птички у меня никогда не было. Поэтому я серьезно, вот прям не знаю, сколько дней они будут лежать в инкубаторе. Но я что-то думаю, что примерно как индюки. Но мне так кажется. Не вмещается. Вот эти два завалились. А ну, наверное, пусть так и лежат. Да? Вот так. Что сделать? Как его уплотнить? На самом деле два яйца, они должны вместиться сюда, но они почему-то не вмещаются. На-на-на. Еще и такие толстые. Может достать несколько илюшек и засунуть туда, в этот, сбоку, к перепелкам, да? Вот так сделать. Раз. Парочку. Можно и вот это достать, да? Опачки. Вот так. Я инкубатор не собираюсь выключать. Все равно буду еще закладывать яйцо от... А ну давай туда. Вот так. Опачки. Вот. Все. Раз. Два. И мне кажется, даже сейчас смогу назад вместить илюшек. И не нужно никуда никого перекладывать. Вот так. Так что, блин, мне хочется, чтобы вы прям подгадывали такой, да? А, не вмещается. Куда кого сдвинуть? Тихо. А ну вот сюда, если сейчас передвинется, оно получится. Вроде само яйцо по себе все, ну как бы скорлупа плотная, но когда немножко шевелишь,
в инкубаторе. Кажется, что оно вмещается совсем чуточку поплотнее, да? Вот, вот сейчас вот это сюда, если бы вместилось вниз. Ай-яй-яй, не вмещается. Давайте сюда куриное запихнем. И совсем будет другой вид. Оп. Вот так. Вот так. И тоже как бы кажется, что если бы вот это с этим поменять, совсем бы легло по-другому. А нет, вот и так вместилось, подвинулось. Ну, давай двигайся, двигайся. Наверное, надо вот это развернуть. Вот такая вот шахматная доска. Все, это вместилось. Смотрите, получается, одна илюшка не вместилась, но мне кажется, что она сейчас вместится вот сюда. Если вот это яйцо немножко приподнять, все, ура, 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 все яйцо вместилось. Вот так, получается, 12 штук запихнул. Это, конечно, совсем скоро будут выводиться вот эти кряколки. Мускусы полежат еще подольше. Те, которые с 18 числа, вот считайте, 12 дней. И на 9 число будут выводиться, если правильно. Да, на 9 число вот эти илюшки будут выводиться. Ну, а эти, когда этот лоток освободится, ну, я имею в виду, кряколки выведутся и илюшки, то я просто, как всегда, поставлю вот этот лоток вовнутрь и назад их умещу. Но, еще раз повторюсь, если вдруг сядет кто-то, вот кому можно будет подложить, просто подкладу. У меня куча утиного яйца, утки несутся по всем гнездам, ну то я Пеппу кормлю, положу как подклад на несколько дней той птичке, которой, ну, запланирую подложить. Если будет сидеть, на второй-третий день выброшу, достану яйцо и положу птичке, потому что птичка выведет лучше, потому что если бы как бы не отключение, то я бы никого никуда не перекладывал. А вот из-за отключений, ну сейчас вот, например, 5 дней или 7 у нас свет не выключали, так что, ну... Вот так. Все, жду вас в комментариях. Пишите, чье это такое красивое, большое, крупное яйцо, при том, что это молодки. Ну вот, и то все равно, ленте, мускусы несут большое, а эти прям слонята. Вот такие вот, вот такой вот ролик. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Жду вас в комментариях. Ну и ставьте лайки этому ролику. Всем пока-пока.